И добро пожаловать, ребятки, и мы возвращаемся в Грэнни 2. Короче, сегодня будет не такое длинное видео про бабку и детку, так как, смотри, мы будем сегодня проверять плохие концовки. Посмотрим на все плохие концовки на данный момент. В принципе, поехали. Будет у нас изи. Ну, в принципе, давай-ка, чтобы все побыстрее двигалось, давай-ка хард возьмем. И полетели. Все, поехали. Так, все, ребятки, день первый. Я буду называть Грэнни глава вторая, так как, ну, я буду ее называть не Грэнни глава вторая, а буду называть Грэнни 2, так как мне намного проще. Грэнни 2, все, вторая часть вышла. Потому что мне будет так намного проще. Вот. Все это дело делать. Так. Давай-ка подзовем кого-нибудь, я не знаю, что-нибудь еще поделаем, шумы какие-нибудь. Сейчас, короче, будем убиваться с помощью бабульки, пердульки и детки. Ёптыть-моптыть, как шурует-то она, фигарит. Ну-ка, сейчас попробую, сейчас, короче. Так, на харде, ну можно, в принципе. Привет. Бум. Все, короче, я хочу... Ну, в принципе, бабка также убивает. Сейчас будем на все, в принципе, смотреть. Так. День второй, отлично. Сейчас мы еще проверим тут кое-что. Очень интересное. Смотри. Эй-ой-ой, куда тебя так повело? Так, смотри. Сейчас мы убьемся с помощью нашего... Вот мы к нему еще не прыгали, смотри. Вот что это тут может быть? Ладно, в принципе, давай. Вау! Вот! Охренеть! Это... Так это же Кракен! Ребята, это Кракен. Блин, такой звук был, как будто он нам все кости переломал одним разом. Так, день третий, задолбала меня эта реклама, вообще жесть. Так, смотри, будем сейчас убиваться с помощью Кракена. Ну, сейчас только еще хочу попасться деду, попробовать. Значит, что? Так, все, поехали. Так, уже мы вот так хромаем по-жесткому. Дядя. Так, ты где? Вот. Вау! Фигарики, он вообще бьет по-жесткому. Первый раз попались нашему деду. Так, день четвертый. Короче, опять погнали к Кракену, в принципе. Сейчас все это увидим. Короче, опа. На дне, смотрите, день четвертый, такая кровь проступила у нас, короче. Смотри. Кракен довольно-таки очень жестким. Ну-ка. Давай-ка попробуем. Вот так как-нибудь. Можно как-нибудь вот так аккуратненько, чтобы он нас не поймал? О! Меня что, меня насильно... Ау! Ау! Смотри, он сквозь текстуры. Офигеть, какой-то глаз, какие-то зубищи. Блински. Вообще, Кракен жесткий. Блинские рекламы просто жесть. Вот знаете, уже это, походу, девелопер уже успел вставить, ну, как его запустить здесь же показ рекламы. А так мы успели пройти, как его сказать, игрушку без всякого показа рекламы. Вот, потому что еще скачиваний там было намного меньше, чем сейчас. Конечно, я и не проверял, но это... Кстати, а что делает вот этот вентиль? Эхент-вентиль нужен. Так, ну у нас последний день, в принципе, поехали. Ну-ка. Вот ты, ёпта. Офигеть. Смотри, прячься, ребятки. Фигарики, дедок. Ах ты, ё-моё, оглушил нас. Ну, короче, да, дедок тоже фигарит, не по-детски просто, можно так сказать. Так. Опа-на! Охереть! Ты смотри, куда? Офигеть, они еще между собой переговариваются. То есть смотри. Вау! Все, гейм овер. Хо-хо-хо, ничего себе. Вот это плохая концовочка. Вот так.
Короче, поехали смотреть вторую концовку. Сейчас, короче, все мы сделаем. Да, ребятки, довольно-таки концовочка у нас страшная. Вот это, как его, оружие дедовское, вот это закрывание. Ну, короче, средневековое оружие. Просто жесть. Короче, смотри, сейчас играем на изи, чтобы за нами никто не гонялся. Мы, короче, будем только идти к этому... к Кракену и все. Будем убиваться с помощью Кракена. Ну и, как сказать, будем проверять сейчас еще некоторые интересные баги. Так, давай-ка вот... вот так сюда как-нибудь проползи. Не, он нас ловит, и, короче, мы вот так подыхаем. Блински. Вот что за глаз, конечно, это вообще просто интересненькое дельце. Так. День второй. Отлично, день второй, в принципе, поехали еще. К Кракену. В гости заглянем. Помощью чего-нибудь вот так как-нибудь проползем, попробуем. Попробуем. А, блинский. Оп. Не, он нас ловит и все. Короче, да, Кракен прикольный. Короче, сейчас я все эти моменты пропущу, и когда настанет последний день, тогда мы убьемся. Потому что все, ребята, смотрим на концовочку. Я думаю, должна быть другая концовочка, так как смотри. Да! Другая концовка! Смотри! Дед, бабка, этот Кракен, погоди, чё? Офигеть, она кивает головой, то что можно. Опа, он может управлять Кракеном, он подозвал этого Кракена, и он нас сожрал. Офигеть. Вот это, и они ржут. Ё-моё. Да, это точно парочка... Это точно вообще незабываемая парочка, конечно, вообще. Кракен у них, и все у них, и всякие средневековые ловушки у них. То есть, смотри, у бабки гильотина, у детки, как бы сказать, ящик с шипами. Ну, короче, вообще, полная жесть. Но я думаю, девелопер говорит, что с течением обстоятельств будет... заниматься только этой игрой, маленькие обновления будут выходить на первую версию, ну, как бы больших обновлений уже не ждите на Granny 1, как бы на нашу всю заезженную игру, как бы вот только на вторую часть будут выходить уже обновления, будут, я так понимаю, добавляться новые ловушки, новые концовки, всякие новые другие хорошие концовки. Ну, в принципе, на этом все, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх, и давай пока! Пока-пока.